Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» давно стал обязательным пунктом праздничной программы Дня Республики. Вчера и сегодня днем артисты выступали на разных площадках, а затем собрались в Чебоксарах на традиционное шествие. Буквально полчаса назад моя коллега Юлия Важенина успела познакомиться с некоторыми коллективами. Сейчас мы находимся в самом центре шествия фестиваля «Родников России». Такое чувство, как будто ты сам являешься частью театрализованного представления. Везде звучат разные народные напевы. Прямо сейчас «Родники России» из 26 регионов слились в один большой многоголосый ручей, который льется от Национальной библиотеки. И прямо до Красной площади. «Родники России» отмечают 25-летие. За четверть века фестиваль по праву стал одним из самых ярких масштабных творческих форумов в культурной жизни не только нашей Чувашии, но и всей страны. Здравствуйте! Здравствуйте. Откуда вы? Станица Вешенская, Ростовская область. Ну как вам впечатление от фестиваля? Нам все очень нравится. Масштабность проведения. Мы первый раз у вас, поэтому нам очень нравится. Что вы нам привезли на фестиваль? Казачьи песни. Песни и танцы. Очень нравится, как принимаете, как улыбаетесь. Такой солнечный город, просторный, много зелени, мы вас любим. Нам уже вот под 30 лет, поэтому мы все знаем о русской песне, о русской традиции и стараемся поддерживать эту красоту, да. Мы уже третий раз на этой земле, мы восхищены, в восторге, и поэтому, потому что здесь общение, такой контраст различных коллективов, поэтому мы очень рады и хотим пригласить всех в Белгородскую область. Очень рады, что мы попали на этот фестиваль. Все великолепно, мы очень полны впечатлений. Большое спасибо, что нас пригласили. И всех с праздником! Мы выступаем в Смоленской областной филармонии. И выступаем по Смоленской области, но вообще ездим по всей России. Вот. Как вам у нас? Очень красиво, очень хорошо, потрясающе. Самое лучшее впечатление. Спасибо большое за теплый прием. Привет, Чебоксарам! Сейчас на Красной площади уже ждут участников фестиваля. Именно там состоится гала-концерт. А если вы еще не видели выступления народных коллективов, но очень хотите, у вас есть такая возможность. Приходите на Красную площадь или не выключайте телевизор. Мы покажем вечернюю программу в прямом эфире. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.